Всем привет, добро пожаловать на канал Play at Home. Сегодня хочу познакомить вас с новой игрой, которая называется «Арендаторы». Наша задача здесь это заниматься ремонтом разнообразных квартир, строить и покупать собственные здания и, конечно же, сдавать их в аренду, учитывая все потребности наших гостей. Если честно, игра очень сильно напоминает House Flipper, хотя здесь один тот же издатель, а также Sims в плане взаимодействия с нашими гостями. Я думаю, вам игра должна понравиться. Если да, то мы сделаем полное прохождение и мы начинаем. Всем приятного просмотра. Эй, вазап! Или как там сейчас говорят детишки? Да, в принципе, неважно. Твоя главная задача сейчас проверить телефон, я там тебе оставил кое-какое задание. Обязательно, дяденька, мы сейчас это все сделаем, но сперва я хочу показать своим ребятам город, в котором мы будем жить, с которым мы будем взаимодействовать. Посмотрите, полностью живое. Люди ходят, чем-то там занимаются, кто-то там на машине едет, стоят в пробках. Причем город абсолютно огромный. Здесь какие-то трущоб, заканчивая трейлерными парками, детскими садами, пожарные части, потом полицейские, депо такси. Очень-очень много всего, и это реально классно. Здесь интересно находиться. Поэтому мы берем наш сотовый телефон и смотрим, что у нас по заданию. В общем, первая задача будет это найти мой старый трейлер и, естественно, отремонтировать его. За это получишь $4000. Кстати, у нас сейчас в кармане пятихаточка, наше имя, наши дома, я так понял, сколько у нас арендаторов и какое сегодня число и день. Хорошо, берем. Где ты находишься? Ты у нас находишься в трейлерном парке, да. Значит, телефон мы, наверное, уже закроем. И сейчас мы слегка здесь кое-что подшаманим. Что у вас, во-первых, идет? Beginning ремонт, Renovation, мы эту вкладку пропускаем. Значит, у нас основная задача — убрать отсюда весь нахрен хлам, поставить кровать, сиденье, холодильник, туалет, душ и сделать, поменять пол и стены. Ламинат, линолеум и цвет обязательно должен быть красные стены, это уже у стен. Хорошо, хорошо, значит, какой-то странный такой трейлер на самом деле, да? Я даже, если честно, пока без понятия, как мы его будем декорировать. Это, кстати, игра про декорирование. Правда, на старте у нас доступно очень мало, но мы чего-нибудь с вами придумаем. То есть, какого-то небольшого такого антуражика внутреннего. В дальнейшем, конечно же, нам придется с вами все получать в плане навыков, опыта. И чем больше мы с вами работаем, тем лучше мы можем делать вещи и интереснее предметы можем закупать. Ну, тумбочку, наверное, давайте мы оставим. Значит, что ты хотел в первую очередь? Кровать. Что у нас идет по... давай, наверное, начнем... Хотя да, мы начнем с кровати. Нет, стоп, подожди. Я хотел что-нибудь... то есть нам надо эту штуку-то продать? Без нее никак? Да? Понятно. Значит, начинаем с пола. Ламинат, либо линолеум. Надо все это дело нам расстелить. Где у нас есть Так, стоп. У нас что по цветовой гамме? Стены у нас будут эти красные, либо голубые, да? Если честно, даже пока... Ну, давайте, наверное, возьмем ламинат классический вот такой какой-нибудь. Здесь у нас будет находиться. А тут у нас будет ванна. Мы его сделаем из линолеума. Предположим, синенького цвета вот такого. Почему бы и нет? Дальше. 100% у нас есть. Дальше у нас идет цвет. Красный либо голубой. Это стены. Хотя, если честно, внутри, по-моему, так уже голубой есть. Это достаточно. А вот красный лепить сюда... Ну, нет, это хурма какая-то. Откровенная хурма. Прям вообще... это браун, это не прокатит, да. А вот это голубой. Слушайте, ну теоретически, да и практически, да. Мы просто сделаем ему синенький дом, а там светло-белесый такой цвет, светло-голубоватый даже, да. Его оставим. Значит, дальше нас идет с вами установка уже всех вещей, фурнитура. Нам потребуется кровать. Здесь, конечно, было бы неплохо что-то пожирнее поставить, но это съест очень много места. Следовательно, мы с вами сделаем чего-нибудь допоминь. Хотя, может, такую просто вообще на пол ему положить, как в Японии, не? Не, давайте, наверное, поставим ему как-нибудь вот... Не, ну это же... Нет, а еще, кстати, головой неправильно она стоит. Ее не перевернуть по-другому. Не, давайте сюда поставим классическую кровать, маленькую. Тем более, это трейлер. Нахрена ему туда вся гигантские диваны. Как-нибудь вот так ее разместим. Дальше нам потребуется что-нибудь, где он может посидеть. Не на волосах, кстати, а именно просто на сиденье какого-нибудь отдохнуть. И потребуется... кстати, слушайте, а может быть мы сделаем вот таким вот образом? Сейчас сами сломаем игру, зайдем в покупку. За $700 мы тебе купим холодильник. Хотя, если честно, как-то он здесь не вписывается. От слова совсем. Около окна тем более еще. Ну, это плохо. Может, как-то вот так-то сделать? Не знаю, ну давай попробуем. Вот так сделать, значит, возьмем какой-нибудь столик. Сюда забабахаем. За $300, ни хрена себе столик. А, подожди, а что-нибудь попроще-то тут есть? Ни хрена. Нет, они очень большие какие-то, очень большие. Предлагаю, наверное, взять малюсенький вот такой стол. Прямо около окошечка его поставить. Допустим, да? Возьмем кресло. Точнее, нет, кресло оно большое очень.
мы возьмем какой-нибудь маленький стул. Нет, ну это совсем вообще какие-то не палки торчат. Ну такой за $45. Возьмем его как-нибудь пришпандорим вот сюда. А, ну то холодильник у нас не будет взаимодействовать. Теоретически холодильник, конечно... А, кстати, холодильник мы отсюда можем, предположим, перенести, поставить куда-нибудь пока временно вот сюда. Хотя, не, ну так как это говенно смотрится все. Стол вообще не идет у него в комплекте, он ему не нужен. То есть это мои чисто такие пожелания, чтобы у него это было. Но как-то это не вяжется совсем. Вот если бы как-то убрать окошечко отсюда, было бы вообще по фэн-шуй, а так... А, может быть поменять местами, кстати, слушай. Поставим кровать временно куда-нибудь сюда. Холодос мы сдвинем прямо вот здесь поставим. Кровать мы развернем головой как раз, оно будет находиться к окну. К окну, к окну, да, к окну не раз причем. Здесь мы возьмем обратно наш столик. Нет, этот большой стол, давай возьмем мизерный какой-то у нас был. Вот этот занес... Нет, стоп, не здесь. Так, вот у нас за $360, охренеть столик. Ну, допустим, вот так его поставим. Сюда же поставим тебе стол, точнее стул. А, далеко, точнее близко очень, да? Вот так. Тоже не прокатывает. А вот так. Ну, какое-то очень странное расстояние, если честно. Ну, ладно, почему бы нет. Значит, ты еще у нас хочешь туалет и душ. Мы тебе сделаем, господи, какая душевая кабинка, просто деревяшка из ящиков. Нет, ну, мы не изверги, давайте хотя бы сделаем более-менее какую-то человеческую. И, наверное, мы ее сделаем именно вот здесь. Специально для того, чтобы можно было толчок убрать уже куда-нибудь в уголок. И он никому там не мешал. Допустим, мы его поставим где-нибудь... А прямо здесь в центре можно? Прямо около окна. По-царски. Давай даже еще тебе бонусом сделаем корзину для бумаги. Тебе еще потребуется, наверное, вот эту. Ну, это бабки нас сжирают сейчас. Ну, ладно. Не будем скуперденничать. Значит, ты хочешь еще какой-то декорации и лампы, да? Лампу мы тебе поставим, ну, только явно не от Аладдина какую-нибудь, а классическую. Классическую. У нас она идет... Во. Прямо вот здесь она у тебя будет висеть. Около головы где-нибудь. Вот. Нет, как-то странно это будет висеть здесь прямо около окна. Ну, вот здесь где-нибудь ее можно пришпандорить по центру. Чуть-чуть даже правее, ближе к голове. Вдруг он там захочет книгу почитать. Занавески, шторы всякие, серьезно, их тоже можно здесь пришпандорить? А, нет, это здесь не вешается, кстати. А может здесь просто окно занято? А, стоп, подожди, это, мне кажется, вообще это для двери. Это вместо двери вешать, скорее всего, да. Телевизора у тебя не будет, диван у тебя есть, лампа у тебя есть. Еще какая-то декорация тебе нужна? Ну давай, допустим, у тебя будет декорация, знаешь какая? Мы тебе поставим... Перед сном ты читаешь книги, у тебя вот здесь будет небольшая стопка. Дальше у тебя будет, конечно же, какая-нибудь картина мира. Пинки-пинки, что мы будем сегодня делать? Как и всегда, Брейн пытался захватить мир. Вот отсюда прямо. Пускай она у тебя здесь находится. Декорация у тебя появилась. Единственное, что мы давай еще тебе добавим бонусом по $25 коврики, чтобы у тебя здесь ножки не мерзли. И здесь ты выходил, тебе было здесь прямо по красоте все сухо. И, конечно же, раз у тебя все в синих цветах, мы тебе добавим немножечко зеленого. Вот здесь где-нибудь около зеленого. А, нет, ну-ка. Во. Вот такой вот коврик. По-моему... Перфекто, прям откровенно. Единственное, что здесь еще не хватает часов. И вот здесь можно будет повесить. Слушай, ну с такими темпами, на самом деле, мы сейчас все бабки сюда вольем и ни хрена сами не заработаем. Ладно, давайте, сдаем это задание. Генерик рум, окей, деливери. Шикарно, мы с вами получили наши первые денежки. Теперь мы с вами сможем получить. Точнее, мы получили свое здание, но мы, к сожалению, пока не можем его сделать, потому что требуется электрификация. И за это надо уплатить $4000. Хорошо, заплатили. Дальше что у нас? А дальше у нас все, больше ничего и нету. Классная работа. Надо следующее делать реновации, чтобы зарабатывать. А здесь нам потребуется что? $6000, потому что у нас нету обогревателя в этой квартире. Это та самая квартира, которую мы будем потом делать и сдавать уже для... Для наших гостей. То есть это тот бизнес, который мы будем начинать. Ладно, что у нас по отзывам? У нас есть наш уровень. Каждый раз, когда мы будем доходить до определенных, будем получать новые предметы. Здесь их достаточно много. И я почти что уверен, с выходом игры разработчики будут добавлять их в таких количествах. Наверное, Sims может позавидовать. Но здесь также у нас есть отзыв нашего гостя. Типа, все классно, но на 4 звезды, и это круто. Я доволен, если честно, да. Что касаемо новых заказов, Jobs у нас есть? Есть. Значит, пум-пум-пум-пум. Улица такая-то, 2200 мы здесь можем получить, а здесь 1800. Новая ванная у нас здесь идет, а здесь дизайн. Ну хорошо, давай за 2200 возьмем, почему нет.
Она у нас висит уже, то пока задание мы брать не будем. Где эта комната? Телефон мы закрываем. Ванная комната. Окей, значит, стоимость квартиры, здесь идут все параметры, которые у нас идут по размерам. Ну, мы что здесь добавим? Здесь главное добавить... А, не ванная комната, это спальня. Кровать надо добавить и поменять пол. Ну, давай, начнем с пола. Где у нас? Здесь плитка требуется, да? Блин, ну, блин, как-то странно это будет выглядеть, тебе не кажется? Нет? Или как? Хм. Стоп, не то, походу, да? Не, почему все то? А почему не идет зачет? Интересно. Это разве не она? А, подожди, стоп. У нас может быть из-за кровати сейчас то, что она идет по очереди. Сейчас проверим. Кровать, 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 кровать. Сон у нас идет вот здесь. Мы тебе поставим койку, предположим, за... какой здесь цвет? Голубой требуется? Ну, давай попробуем. Хм. Странно, кровать почему-то не пошла за счет, хотя... Мув. Ну-ка, сейчас мы попробуем тебя поменять местами. Допустим, поставим как-нибудь вот так вот. А, во! Ну, короче, вот туда, небольшой глюк. Но странно, что он захотел вот прям такое оформление. И стены ты хочешь у нас голубые, да? Ну, давай, у нас, опять же, вариантов пока немного. Пускай будет как-нибудь вот так вот. А, по-другому быть не может. Слушай, а очень неплохо. Также ты еще хочешь телевизор и лампу. Ни хрена себе. Я сказал себе, лампу. Ну, лампу мы, наверное, тебе дадим какую-нибудь вот такую. Где-нибудь вот здесь в уголочке ее пришпандорим. Почему бы и нет? Над головой мы тебе вешать ничего не станем. Дальше, ты хочешь телевизор. Давай мы поставим телек вот здесь где-нибудь за $100 в рез... А, серьезно? Здесь еще и тумбочка слишком маленькая. Ну, ни хрена себе. Ладно, мы это продаем. Поставим вот такую туда хрязь. То, на чем другие у нас едят. Из прошлого, из трейлера. Ладно, поставим телек сюда. Лампа есть, телевизор есть. Что я могу тебе сделать еще бонусом от дяди Сережи? Ну давай, допустим, мы тебе сделаем. Раз здесь все зелененькое, давай, наверное, добавим немножечко вот таких цветов. Хотя он как-то не очень здесь вписывается. О, хера себе тут ковер, кстати. Все, еще PlayStation ему поставить, и вообще можно горцевать. А, тут, кстати, по-моему, была консоль. $199. Во! Туда влезет? Не? А, не влезает, зараза. Не, ну это фигня, короче, мы ее не будем ставить и не будем тратить на это деньги. Декорацию мы тебе в виде ковра забубенили. И то, если честно, она как-то очень странно смотрится. Хотя, почему бы, блин, и нет. Что у нас тут еще тебе можно добавить из декора? Мы тебе повесим какую-нибудь картину. Это кто такой? Picture Flame. Ну, допустим, а, это, нет, это не то, что не вешается, это то, что надо ставить. О, Марио! Нихрена себе размеру Марио. Хотя ты геймер, да, почему бы и нет. Вот тебе Марио, нет. Просто тебе смайлик сделаем такой вот. Веселая у тебя будет квартирка. И давай-ка мы тебе еще бонусом поставим такой цветочек в уголок. И, наверное, где-нибудь сбоку здесь еще можно поставить пачку книг. Вот так вот, стопку, точнее, книг. Во! Слушай, а вот так симпатично получается. И часы, наверное, чтобы ты не просрал время, прямо вот здесь повесим. Лампа есть, телевизор есть. Да, наверное, есть смысл сдавать заказ. Давай. Приходит тетенька, которая все это делала. И сейчас будет проверять, насколько ей все это тут нравится. Насколько хорошее оформление. Какая... О, ты смотри, лампа ей понравилась. А, стоп, а ты сюда можешь не ходить, дамочка. Я здесь ничего не ремонтировал. Здесь у тебя все как было, так и осталось. Ну, такая довольная. Ну, слава богу, что не сломал. Кровать. Кровать охрененская. $499. Лучше быть не может. Ты уже довольная, ты смотри, а? Так. А, ты куда? В стенку-то ушла, дорогая моя. Странно. Ну, не очень мне понравилась лампа. Ну, извини, что есть. В магазине других не было. Так, ей, походу, кровать, да, понравилась. Два раза даже. Или нет. Но пока не узнать, что она там вообще думает, о чем она мечтает. О! Однако нам дали новый стол. У нас теперь есть плитка. Это я хрен знает, что такое. А, это игровая консоль. Это плойка, родная. Как я тебя не узнал? И у нас есть еще новый декор стен и потолков. Ой, и полов, да? Круто, забираем. Ну, а по итогу? По итогу у нас уже 2200. Нам потребуется по заданию, что она там написала? Так, 3 звезды. Ах ты, вонючка. Блин, ладно. Значит, мы тогда возьмем сейчас еще одно задание. Что-нибудь подороже тут есть, на 2300. Так, у нас тут идет дизайн комнаты, 2300. Ну, давайте возьмем, да, почему бы нет. Где он находится? В соседнем доме, прямо рядышком. Только вопрос, какую комнату тебе ремонтируют, друг, вот эту или вот эту? Хм. Ну, ладно, давайте проверим сейчас.
Кровать и стены. Значит, давайте, наверное, сразу попробуем поставить кроватку. Я предлагаю сейчас немножечко сэкономить на заказе и поставить самую дешевую койку. Например, поставим за 149 монет, 149 долларов. Вот такую, да? Цвет тебе нужен blue или green. Как раз-таки голубая кровать, дешевый вариант, отлично подойдет. Есть. Значит, получается, эту комнату мы должны сделать. Ту мы не трогаем. Стены, точнее, нет, пол сначала. Пол у нас должен быть линолеум. Линолеум, линолеум. Давай, так, это у нас ламинат. Ламинат, а где линолеум? Не понял. А, линолеум, во. Ну, цвет тут без разницы, поэтому, наверное, сделаем что-нибудь. Ой, какой некрасивый цвет-то. Это какая-то детская, что ли, получается? Или что-то наподобие такого, да? Зеленая, либо голубая стена. Давайте сделаем зеленую. Наподобие. А, нет, слишком... О, поярче. Почему бы и нет? Вот таким вот образом оно. Кстати, здесь можно даже ему добавить голубую стенку около кровати. Раз это детская. Требуется декорация дополнительная. Так, сейчас мы тебе что-нибудь сделаем. Главное только тебе еще картину забубенить. А картина у нас будет висеть. Декорация. Так, а где у нас? Сейчас найдем что-нибудь. Не то, не то, не то. Тоже не то. Странно. Ладно. Пурум-пурум-пум-пурум-пурум-пум. Я просто думаю, как бы мне это здесь, это все дело задекорировать. А, это звездочки у нас появились, то, что новое, да? В кармане есть. Ладно, 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 ладно. Мы добавим тогда тебе. Давай сделаем тебе зеленый. Не, давай так желтенький пол сделаем. Вот такой вот. Хотя зеленый, может быть. Он даже, наверное, даже будет лучше смотреться. Вот такой небольшой. Это у нас есть. Декорации у тебя будут в виде, раз это детская комната, давай, наверное, какой-нибудь вот такой вот непонятное существо из какой-то игры. А, это, по-моему, из Покемона, да? Или оттуда откуда-то? Где-нибудь здесь сбоку тебе повесим. Естественно, у тебя будет еще какой-нибудь цветочек, цветков у нас. А, кстати, есть новый цветок. Вот такой можно где-нибудь в уголок здесь его пришпандорить. А, здесь цветы у нас. Ой, этот, окна. Блин, окна это плохо. Окна это прямо не про это. Можно, знаете, как поставить? Я небольшую такую тумбочку. Наподобие, да? На нее накидать журналы. Вот так вот. Таким вот образом мы их поставим здесь. Готово. Также сделаем тебе еще освещение. Где-нибудь вот тут. Возьмем кресло за 249. Хотя, наверное, даже надо было вот так его поставить. А это все мы сейчас двинем. Так вот. Это поближе кванится сюда. А, нет, наоборот, вот сюда, потому что здесь у нас ничего не мешает. А здесь мы с движением вот сюда. Во. Ну, вроде как, без фанатизма и без особых растрат. Как-то это получается. Ну-ка, это точно на двери вешается, кстати, или нет? Да, это, походу, на двери вешается только изнутри. А ну-ка. Не, не вешается. Хотя, подождите, там загорелась зеленая вкладка, что она подсвечивается. То есть, точнее, что она подходит. Странно. Или может на мелкие окна? А, это на мелкие окна все-таки, да? Ну, давай, 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 давай. Как-нибудь вот так вот. Еще одно. А, тут кресло мешает. Плохо. Тогда не будем тебе нигде это делать. Сэкономим. Все, сдаем. Посмотрим, устроит, не устроит. Кто там приходит-то? О, какой-то, походу, любящий папаша. Смотрит, такую кроватка. Так, галочку сейчас свою поставит. Кровать нормальная. Что дальше? Картинка тебе должна тоже понравиться. Свет есть, книги есть, кресло даже бонусом. Самое лучшее, которое у нас существует, тоже имеется. А мне вот интересно, он будет придираться к этой комнате или нет? Но я очень надеюсь, что нет. А если надо было сделать два дубля? Я как-то пропустил этот момент. Сейчас посмотрим. Бабосики к нам капнули, окей. Мне интересно, что он сейчас про нас думает. Он про нас думает, 3 звезды. Ну окей, окей, окей. Главное сейчас финансов получим побольше. И можно будет уже смело тогда заниматься нашим ремонтом. Так, нам потребуется тогда сделать еще один заказ. Джоб, где у нас он имеется? 1700, 1900, а что-нибудь подороже-то у нас есть? 250, кстати. Ну давайте возьмем его. Вот сюда. А, кстати, а мы здесь с вами были уже, да, походу? Сейчас проверим.
Здесь там требуется кровать, карпет цвет грей. Ну, примерно почти все то же самое. Сейчас мы бац и все сделаем. Ну и вот у нас получилась такая незамысловатая комнатка. И, кстати, по деньгам тоже очень неплохо уложились. Проверим, устроить сейчас их или нет, наших заказчиков. А, ну точнее, или заказчицу одну единственную. Книжечки есть, точнее, полочка есть, будильник есть, точнее, полочка тоже у нас имеется, некий такой комодик, да? Картина висит, все по красоте, и самое недорогое... Ты смотри, не совсем она довольная. Ну, я, если честно, хочу скорее просто уже заняться своим собственным жильем и заниматься сдачей его в аренду. Это прямо будет самое классное, потому что здесь, ну, такое, слушай, вам, конечно, можно угодить. Но надо будет, походу, постараться. Ну, главное, чтобы две звезды не поставил. Хотя из-за того, что у нас очень мало смайлов, возможно, что действительно двушечка будет. А здесь ты можешь не улыбаться, здесь все твое родное. Ну-ка, смотрим АПП. Что у нас там по радости? Три звезды, короче. У нас три, да, звезды три и четыре звезды. Это максимальная наша пока была репутация, которую мы получили, и отзыв. Ну окей, главное, у нас теперь с вами в кармане есть 7000 баксов. Где наш дом? Наш дом вот здесь. Мы инсталируем обогреватели. К нам приходит вот такой замечательный мужичок. Усатый, кстати, да? Да, в этом, в касочке. Поставит нам сейчас отопление. И мы, наконец-таки, сможем... сдавать это замечательное жилье по самой вкусной цене. Да, но только это мы с вами уже будем делать в следующей серии, если вы захотите увидеть это прохождение. Как по мне, игра достойная, забавная, очень спокойная, никуда торопиться не надо, сиди, медитируй. Как-то так. Но мне интересно ваше мнение, поэтому пишите об этом в комментарии. Я вас всех поднял, обнял, до новых встреч, всем пока.